Давай. Привет, меня зовут Кирилл. Я сегодня впервые в жизни познакомился с компьютером Агат и с его монитором-отладчиком. Задачка была вывести на экран строку большую. Видимо, авторы конкурса подразумевали, что умный программист догадается, как использовать сжатие и копировать куски строки, разжатие, а потом вывести на экран, чтобы сэкономить место. Но у меня не получилось такое написать. Я написал тупейший алгоритм, который выводит строку, не пожимая ее. Мой вывод строки занимает 14 байт. Я сэкономил 1 байтик, заменив безусловный переход на условный. Но это все, на что хватило моих мозгов. До этого я был знаком с архитектурой 6502, писал игру под Commodore, поэтому не с нуля начинал. Но с монитором и с кодами каждой инструкции познакомился впервые. Спасибо, что тут есть дисассемблер, было проще понять, что происходит. Еще сложностью было то, что здесь не ASCII, какая-то своя кодировка. И поэтому огромное спасибо организаторам, которые подсказали, показали таблицу символов раз и адрес процедуры, которая выводит символ на экран 2. Без этого я бы, конечно, вообще ничего не сделал. Но в итоге 14 байт процедура и сама строка, ну сколько она там была, столько она, так она в ресурсах и лежит. Так, ну давай запустим. Работаем 20, иди домой под полной. Как-то так. А так все показал, по-моему. Все, что написано, ты и показал. Ну и листинг могу рассказать, хотя тут ничего интересного. Ну, пару слов. Работаем. Подгружаем байтик там, где строка начинается, со смещением X. Если этот байтик равен нулю, выходим из процедуры, прям как C-шная строка у нас, null terminated. Затем дергаем процедуру, которая выводит символ на экран, инкрементируем счетчик и возвращаемся в начало цикла. Чтобы сэкономить один байт, заменил безусловный переход на условный. Раньше он тыквал, он никогда не выполнится, потому что инкремент X-а меняет флаг zero. X был не нулем, после инкремента нулем вряд ли станет до окончания строки, поэтому вот так. Вот. Все, спасибо. Спасибо за конкурс, было круто.